Привет, ёлка единорога! Вставай! Мы хотим узнать всю правду из блогера Кейт. Вы точно хотите узнать всю правду из блогера Кейт Клэп? Да, мы очень хотим узнать всю правду из блогера Кейт Клэп. Ну, пожалуйста, расскажи нам всю ее историю, всю правду. Да изюминки, мы хотим узнать такая ее биографию, как она начала снимать свои видео. Ну, пожалуйста, ты нам обещал. Ну, пожалуйста, ёлка единорога, очень тебя. Ну, хорошо, внимательно слушай. Что за видеоблогерша Кейт Клэп? Что она себе возомнила? Как она начала? Вы часто задавали вопросы, кто она такая и зачем она появилась на YouTube. Все ее называют богиней русского YouTube. Ее называют мамой русского YouTube, ну или просто мамой YouTube. У нее миллион с большим количеством подписчиков на канале. У нее канал Кейт Клэп и Фундизавр. Она прикалывалась так же, как Спилберг. Что она? Как она добилась всего? Чем славится сейчас? Неужели она такая же, как Саша Спилберг? Вы скажете, рекламирует то, рекламирует это, пиарится на каждом углу, покупать всех видеоблогеров нет. У Кейт Клэп совершенно другая история. Как всего добилась Саша Спилберг? Я расскажу в своем втором видео, поэтому поставь палец вверх и не забудь на всякий момент. Лучшая подруга Кейт Клэп — Мария Вэй, которая неоднократно снимала совместные видео с Сашей Спилберг. Ну да, купили и Марию Вэй, к сожалению. Но это не то, о чем хотела сказать. Им обоим по 21 году. Да-да. Как вы поняли, Кате Клэп 21 год. Ну, хотя, может быть, она и кажется моложе. Да. Кате Клэп больше миллиона подписчиков. У нее два канала. The Kate Clap, где она снимает влоги, всякие видео. Совместные видео с Марией Вэй. И есть второй канал. Точнее, это первый канал. Влоги Дизастер. На нем всякие музыкальные пародии, реально изменяют их до неузнаваемости. Советую посмотреть этот канал, если вы, конечно, смотрите, но, к сожалению, забросила его. Как вы видите, Саша Спилберг купила Марию Вэй. И некоторые даже говорят, что Саша Спилберг умудрилась купить и нашу любимую Катю. Да-да, Катю Клэп. Но, может быть, это все неправда. Просто решили сфоткаться. Ну, реально, ну, виделись люди, ну, видеоблогеры, ну, коллеги же. Просто сфоткались. Честно говоря, правду я на данный момент не знаю. Но если как узнают, то обязательно сниму видео и расскажу вам всю правду. А так сказать, типа купленный Кате Клэп. Мария Вэй — это ее лучшая подруга, им обоим по 21 году. Мария Вэй снимает видео на своем канале MWay. Ну, там она снимает разные бьюти-видео, разные всякие штучки, ну, всякие смешные видео. И да-да, они лучшие подруги с Кате Клэп, я уже какой раз говорю в этом видео, хотя, ну, думаю, вы знаете. Они лучшие друзья, хотя зачем я такой, вы все. Еще раз затронем тему о видеоблогере Саше Спилберг. Честно говоря, я знаю, сейчас я могу в этом видео все рассказать, и в следующем видео не о чем буду разговаривать, ну, говорить о Саше Спилберг. Хотя информация о Саше Спилберг у меня больше, потому что Саша Спилберг самая скандальная. А Катя Клэп, она такая тихенькая, такая хорошенькая. Саша Спилберг — настоящая фамилия Балковская. Угу. Она скрывает. А Катя Клэп — я настоящая фамилия Трофимова. И она этого не скрывает. Честно говоря, зачем скрывать настоящую фамилию? Хотя моя фамилия единорог. А видеоблогерша Катя Клэп все равно лучше для своих битчес. Она называет своих зрителей битчес. Иногда называют пупырками. Ну, в общем, как вы знаете, Катя самая милая из видеоблогеров девушек. Поэтому ставьте пальчик вверх к этому видео, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, о каком видеоблогере вы хотите, чтобы я больше рассказал. Ну, я с вами прощаюсь, к сожалению. Ну ладно, я вас люблю. Пока-пока. Единороги мои маленькие.